Книга «Открытым оком». Вопрос 2750, 12 том, тема «Грех». Теперь стали писать, что Циолковский был глубоко верующий человек, и что его духовные труды, засекреченные раньше, нужно публиковать на пользу православным. Так ли это? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Дядя Костя был глубоко сумасшедший в вопросах веры и суеслов отменный. Явно, что он был одержим бесами, которые подсовывали ему бредовые идеи, о которых нет смысла говорить. Он писал, что гениальный, физически здоровый человек должен оплодотворить около 1000 женщин, и что через это люди придут к гармонии и совершенству. Каков космонавт? Его работа «Неизвестные разумные силы» прямо говорит о явлении ему 31 мая 1928 года этих сил, когда он на небе увидел написанное слово, расшифрованное им как рай, и сам же дал ответ, что после смерти конец мукам человеческим. Он смешал в кучу все, что отрывками прочитал, ибо очень плохо слышал, глухой был. Слепил из православия, буддизма, эзотерических сказок. 1 Тимофею 1:6-7. Некоторые уклонились пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. 2 Тимофею 3:7. Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Есть личности, не куклы и личинки. Сличить их можно с образом Творца. В них сердце и душа, не самость и начинка. Они гореть привыкли не фитильком мерцать. Знакомы ли вы с истиной большой? Вошла ли к вам она под ваш покров? Отцу потерянную пастырь наш нашел ли? И стал ты истиной не чей-то, а Христов. Марионетки, куклы и мультяшки, какой угодно масти и размера, сознаться добровольно в этом тяжко. Но именно такие мы без веры. Залезла кукла главная под куколь, амурчиками липовыми лоб украсив, отвергнув голос неба, колокола под купол, сумеем затащить себе, устроив праздник. Кто дергает веревочки и нитки у движущихся рясок, камелавок? Кто свиты изобрел, но спрятал свитки, устроил в Доме Божьем комки и давку? Экзамен сдать, смириться на отлично. Экзамен сдать, стремиться на отлично. На меньшее не мысля покуситься. Глаголы духа превращают в личность, не в междометие с презренною косичкой. Быть образом не образиной псины, образовать по Библии суставы у души, крест донести, он каждому по силам, забрось традиции и предания аршин. Христа дружины с проповедью всюду, из них не сделать бал Москвы. Кара теней, на конференции наперла черепков посуды, а личности, быть может, ни одной и нет. Пройдет пройдоха, ветреник без веры, семинаристы куча подхалимов, монашество влекло уверовавших в дебри. Все заблуждения выбить бы пора библейским клином. Отступники, ушедшие от нас, которыми молились, пили, ели, под ними над расщелиной рухнул нас. Они до этого дышали еле-еле. Что стало с ними ровно через год, их не узнать, согбенных, почерневших. Ад превращения из человека в скот. Нет ничего от знаемых и прежних. Мы видим, с кем они хохочут, изгибаясь, в каком содружестве роятся в прошлом, роясь, упадших с неба, к уцелевшим зависть. Обитель прежнюю им не видать, не строить. Мы молимся об умягчении сердца. Мы молимся об умягчении сердца, о бессердечных изуверах тьмы. Жених снимает за измену перстень, но не подумайте, что чем-то лучше мы. Но мы еще храним и благодатью, нам еще нам совесть злоба не сожгла. Не верится, что это были братья, ушедшие к отверженным козлам. Что пользы падшему творить свои злодейства, натравливать на нас, пускать молву? Соединились с демонами вместе, не удержались в ряске на плаву. Семь злейших духов злобы несусветной прожаривают с пяток до мозгов.
не человек, а сам с чужим котлета, а был христианин, ягненочек Христов. Метаморфоза страшная, чудовищем свалилась, беспринципность, всеядность без разбора. Для исцеления сживать хотя бы листик из вечной Библии, как иудеи из Торы, отступники. Удесятерите ревность, как развернуться снова к Иегове, Христа покинуть, высшая нелепость, кто без Христа, тот всадник безголовый. Сумеем ли достойно восхвалить полученную пользу от Писания, читая Бытие, Исход, Левит, Паралипоменон, не вымолвишь название. Познание имею о Творце, о первом дне творения во Вселенной, о том, что близится и будет при конце, достойны все мы участи плачевной. До совести пророки достучались, угрозами так многого добились, вопили главы и стихи кричали, греховную пережигая примесь, бессмертные живительные строки, закона Божия, уставов и заветов, с горы Гевал провозгласили проклят, среди грехов ни проблеска, ни света, животворящая ликует Горизим, елеем льет на бороду и раны, бездетность свыше верным не грозит, пути благословения так прямы, какое бы добро ни поселилось в моей душе прощение на молитве, Писание Божие испепеляет дикость, из благодати росы, струи, ливни, Писанием обещана защита, не обманулся, не был постыжен, раввин сберег до буковки, что в свитках принес их савлам, прущим на рожон, старообрядцам Библию несу, они же бьют, плюют и зло поносят. Душе голодной на веранде псу хотел кусочек дать, а не сухие кости, они отвергли слово, не приняли. Да не случится с кем такого окаянства, врастайте в Библию духовными корнями, она есть дерево, она есть древо жизни в христианстве. 14 марта 2005 года и 22 марта 2005 года Игнатий Тихонович Лапкин.